информационно-аналитическая программа «Союз». С вами Александр Минаков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Александр Наумов тоже понимает, что успехом детей стоят родители. Он личный тренер и папа спортивного вундеркинда. Наряд на свои 12 лет уже легенда Пауэр Лифтинга. Жмет от груди вес вдвое больше своего собственного и со скоростью света устанавливает мировые рекорды. Дочка взяла пример с отца. Вот как у самого Александра. Теперь сил на спорт не остается. Я как бы занимаюсь и сам, но не могу выступить, потому что подготавливаюсь, проезжаю, но на соревнованиях у нас всегда женщина выступает первая. И как Марьяна отвыступается, я хожу как выжатый лимон, то есть футболку можно просто отжимать, столько нервов, и к началу мужского потока я обычно настолько выжат, что не могу выступать вообще. В семье Наумовых признаются, точного рецепта, как вырастить вундеркинда, не знают. Но в одном уверены, в каждом ребенке есть свой уникальный талант. И все же главное – воспитать хорошего человека. И я наказываю, и папа наказывает. То есть мы иногда забирали даже не телефоны, и ноутбуки, там то, что у них есть, забирали все от него. Его детская жизнь, да. И когда мы возлагаем на ребенка вот такие вот какие-то задачи, сверхзадачи для его возраста, для его вообще миропонимания, мы его травмируем тем самым. Они часто не вписываются в систему образования, да и в само общество. А потому из одаренных ребят далеко не всегда вырастают гении. Но разве дети виноваты в том, что взрослые не могут разумно использовать их потенциал? Наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и до встречи через неделю.